В ожидании записи мы гуляем по парку, прилегающему к Дворцу культуры. Рядом стадион Ворскла. Это панорама. Это Игорь. Игорь получил шарик. Ой, Дима расстроится. Надо было ехать в Полтаву, Дима. С нами. Ну тогда ты больше денег потратил. Да, Игорь, мальчик с практической жилкой. Он сразу подумал о самом главном. О деньгах. Ну, пап. Что, мой мальчик? Мяу. Не знаю, что ты это. Ты не хочешь сказать, что я брата люблю меньше, чем деньги? Я хочу сказать, что ты его любишь больше. Ну ок. Да, вот стадион Полтава, ой, Ворскла. Вчера на нем местная команда продула. Но следов разрушений мы не видим. Так, ну вот мы гуляем на Майдане Незалежности полтавском.